Перекресток Континентального проспекта и улицы Воскресенской в Адлерском районе. Здесь накануне произошла авария. По предварительной версии, водитель ВАЗовской десятки сбил двух пешеходов. Женщин 35 и 54 лет. Они пересекали проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, но и это их не уберегло от ДТП. С различными травмами они были госпитализированы. Все обстоятельства аварии сейчас выясняют следователи. В полиции еще раз напоминают пешеходам быть бдительными, даже переходя дорогу по зебре.